А глава 24. Радость, счастье и любовь всегда с нами. Творим добро, излучаем радость, концентрируемся на красоте, дарим счастье и делимся любовью. Добившиеся всего сами богачи с пылом берутся за каждое дело. Друзья говорят об их невероятной энергии и интересе к жизни. Если эти фразы еще не описывают вас, вы должны немедленно начать развивать привычку радоваться каждому дню, как захватывающему новому приключению. Мартин Фридсон «Как стать миллиардером». Жил на свете мудрец, и все, кому доводилось общаться с ним, поражались его веселым и жизнерадостным нравом. Он жил, как будто каждый миг был для него праздником. И вот однажды ученики решили спросить, в чем же его секрет? Каждое утро, проснувшись, я делаю выбор в пользу счастья и радости. Хотя у меня есть выбор, я могу выбрать и страдания. Каждый свободен в своем выборе, ответил мудрец.